Он сказал, мы вышли из леса, освободив Симферополь. Симферополь уже освобождался, но они, партизаны, соединялись с основными войсками, да. Мы вышли из леса, и меня и Джибарага, это его друг Джибар Акимов, они их припроводили в комендатуру, где уже им объявили, что они задержаны и будут депортированы. Везли его не со всеми, их везли в каком-то правительственном вагоне. И не с жителями. Всех фронтовиков, понятно почему, да, потому что они могли поднять бунт. И у них, конечно же, забрали оружие тут же в комендатуре.